Всем привет, с вами Светлана. В сегодняшнем видео я хочу вам рассказать, как коллизия репенс с зелеными листочками переживает зиму, как она выглядит в конце февраля и что нужно делать, чтобы ее омолодить. Не все наши растения хорошо переживают зиму. Вот эта коллизия, я недавно, когда показывала обзор своих растений, показывала и ее, и рассказывала о том, что это вполне нормальное явление, что сейчас она в таком виде. Вот, что придет время ее омолаживать, и она будет расти в достаточно хороших для себя условиях, и поэтому не стоит волноваться. Хочу показать еще одну из своих коллизий, вот тоже мелколистная. Вот такая вот, это Криба триколор, она тоже с мелкими листочками, вот это зеленая, а это вот такая вот трехцветная. И она у меня вообще росла возле, очень близко находилась к оконному стеклу, еще и плюс досветка, и поэтому, ну вот не знаю, она не сильно вытянулась, мне она нравится, более-менее сохранилась. Я ее очень берегла, а эти я ставила подальше от дневного света, я ставила на стеллаже, у меня стеллаж с фитолампами. Там даже не лампы, а светодиодные фитолампы. Я пару лет назад заказывала в Китае. Ну и вот видите, как они там себя чувствуют. Ну, более-менее мы пережили зиму. Уже нам осталась неделя до весны. И сейчас я это все вот так вот просто, не жалея, обрезаю. Это растение коллизия ползучая, она почвопокровная. Если бы ей было, она чувствовала, например, где-то землю, вот росла, она прям прирастала к земле, дальше и дальше расползалась. Ну, в общем, сейчас я вот на примере вот этих черенков покажу, как я укоренять грунт. Так, я взяла стаканчик, вот такой вот горшочек. Насыпала туда почти половину керамзита. Растение это имеет верхнюю корневую систему. Глубоко она не идет. Залива она тоже коллизия не любит. Поэтому будет вот так вот в стаканчике. Ставлю в другой стакан. И теперь осталось нарезать небольшие черенки. Зеленые. И воткнуть их в грунт. Растение очень мелкое. Вот, например, раз, два. Нижние листочки нужно обрывать. И вот такие черенки годятся к посадке. Набираю несколько штук черенков, чтобы сложить их в пучочек, и потом пучочками высаживаю. Все засохшее убираем. Вот такой пучочек получается. Начинаю высаживать с края горшка и дальше по всему горшку продолжаю черенковать. Работа такая, конечно, с мелкими этими листьями кропотливая. Некоторые говорят, что даже ювелирная. Ну, так нам приходится и работать для того, чтобы омолодить растение, дать ему
новую жизнь. Надо так нам и поступать. Сейчас покажу второй пучочек и дальше уже не буду утруждать подробностями. Все и так ясно и понятно. Вот. Насобирала пучочек. Собрала их кучку. Посадила дальше. Так, ну вот и все. Распотрошила я свою коллизию. Вот так вот будет выглядеть теперь горшочек. Хотела сделать два, но потом думаю, не надо мне столько много. Все равно она очень быстро разрастается. Нужно обязательно полить ее хорошо. И ставлю на светлое, хорошо освещенное место на подоконнике. Найду ей, и она за 4-5 дней очень быстро укоренится и будет расти красивой шапочкой.